деревне Хаустово 16 января стартовал второй этап социальной газификации. Он продлится до 28 апреля. За это время здесь будет проложено еще 2 километра газопровода. Во время первого этапа газовщики уже построили 3000 метров распределительного газопровода и 56 вводов к домовладениям. Всего в рамках президентского проекта «Социальная газификация» в Одинцовском округе магистральным газом дополнительно будет обеспечено 4500 домовладений, в которых проживают более 12 тысяч человек.